Так, новый анкер возле дамбы. Еще один новый анкер. Видимо, реконструкция. Раньше не замечал такого красивого. Так, свечка старенькая. Потом старый анкер, там возле какого-то дома, то ли лесничий там, то ли еще кто-то. Потом, если мне отсюда, да, видно, вон там за деревьями еще одна свечка. Так, анкер. Так, сейчас вот поближе сюда подъеду. Так. Вот что-то, блин. Так, говорил я, тут анкер за кустами. Потом получается свечка. Опять анкер. А потом я там что-то нифига не вижу. А потом, по-моему, там выходило куда-то прям на воду. Да, дофигища тут, короче. Так, там не видно. В общем, где вот начинается светлый вон тот берег. Камыши там или еще что-то. Не могу понять. Вот там дальше свечку видно. Либо это такой большой пролет, либо что-то еще. Ладно, в общем, не могу понять, вот до этой свечки есть тут что-то еще, карту буду смотреть. Потом опять анкер, потом вдалеке свечка, и потом, если я не ошибаюсь, свечка, на которой прямо отсюда еле различимо видно барабан. Видно барабан, да. Это, блин, дофига переделывать. Не знаю, согласятся они, не согласятся. Ну это просто жесть. Вы, ребята, попали. В общем, через дамбу делали переход, новые опоры ставят. Эти опоры якобы, ну какие-то, вообще я первый раз такие вижу. Типа демонстрационные, там прям вообще супер-пупер. И старую опору рядом разбирали, снимали у КГТ и походу его сломали. И такие, о, ну типа сейчас вставку сделаем, там все такое. Тут получается, вот если из города смотреть, там муфта, на повороте муфта, в том году или в позапрошлом делали вынос возле грибной школы. Потом там муфта, потом там барабан муфта, потом грозотрос идет, получается, до дамбы. Там была муфта за дамбой. И они сейчас хотят еще одну здесь сделать. То есть тут линия прям вообще вся на вставках. Ну, только единственный вот такой вот большой кусок. И сейчас что вот можно сделать, чтобы убрать это все? Это вот все. Тут, в принципе, день работы, если большая автовышка есть. Сколько опор? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Не, тут, наверное, за день их сделаешь. Ну, короче, метров
по 200 смещать кабель туда и убрать, вон там между двумя опорами вставка 100 с чем-то метров. И там в том новом месте переход через дамбу делать уже, вешать грозотрос простой и вешать тогда самонес под ним. Ну, либо какой-то кусок где-то им искать, ОКГТ, но у них времени нет, у них остается 2 недели до запуска. В общем, какое-то попадалово. Завтра поеду смотреть, может быть, что-то там можно будет сделать. Не знаю, с той стороны дамбы, есть ли там еще муфты где-то. Может быть, там что-то получится сдвинуть. Но чувствую я, будут у них разборки с сетями. Так, доехал я на это место. Тут вообще непонятно, что происходит и зачем так сделали. Вот опора идет с одной стороны, дамба подходит. По идее бы сразу оттуда развернуть, вот туда и увести опору. Зачем-то тут зигзаг такой сделали. Вот старая, тут еще одна старая была опора. Где-то ее давно разобрали. Вместо нее там была какая-то, не знаю. Вот сейчас делают новую опору, красивую. Она будет в форме ракеты. Я думал, это две конструкции на своих фундаментах. А это получается просто на опору навешивают каркас металлический. Причем он, наверное, весить будет больше, чем сама опора. Не знаю, как там оголовок, будет ли там что-то под ракету, под эту или нет. Поэтому на этой опоре не разрешают делать ничего лишнего. То есть никаких муфт, никаких вставок. Вот. И вот туда это должно уйти будет, за дамбу. Тут, когда снимали ОКГТ, отрезали его возле муфты. И когда его утаскивали на ту сторону, вот они там за дамбой где-то, все провода, что-то с ним то ли подломали, то ли не подломали. Короче, не знаю, что-то панику развели. Сейчас там бугор едет, сейчас он с ним обсудим все. Туда мне бежать не хочется. По идее, надо просто с двух подстанций пробить рефлектометром, получить доступ туда и посмотреть, конечные длины, заломан он или нет. Если не заломан, то вешайте. И все, тут просто стык сделать новый. Ладно, пойду общаться. Вот она, наша опора. Вот вроде как на въезде в город. Могли бы, конечно, ее правее поставить, чтобы прямо вот оттуда сверху, с горки, было видно. Заезжаешь, и там ракета стоит. А так она вроде как-то, ну вообще как-то нелепо она. Кран пригнали здоровый. Наверное, будут вторую половину ставить. Там на днях проезжал, смотрел, там оголовок они все-таки сделали. То есть там купол в самом верху. То есть так стилизировано под этот купол антенны. Ой, антенны, ракеты. Не знаю, отсюда не видно. Сегодня, наверное, поставят. Вечером гляну или завтра. Опаньки, а вот она уже и опора стоит. Ну да, чуть-чуть бы ее правее. Прям вообще классно было бы. А то так не пойми что. Сейчас посмотрим. Хотя отсюда так вообще на ракету-то и не похоже нифига. Если только они потом светодиодной лентой не сделают контуры там, или может еще что-то будет. Короче, нифига не понятно. А ну-ка, да, какие там провода есть. А, все-таки лента там есть, да, светодиодная. Ладно, подождем еще несколько дней. Надеюсь, запустят.
Так, в общем, вот она наша красивая и супер дорогущая опора. Не поехал я сегодня сам туда варить газотрос. С утра позвонил монтажникам, а он там, по-моему, один висит на самом верху сейчас. Говорю, давайте газотрос кидайте, сейчас пришлю сварщика варить будет. Во, приезжай к обеду, у нас работы много. Я говорю, вы сам вверх это начинайте. Я говорю, что вы снизу-то? Так. Что-то резкость не наводится. Ну да, вон он уже там крепит заземление. В общем, заставил я их сегодня прям с самого утра скидывать концы. Там сейчас с этой стороны не видно. Сварной, по-моему, доделывает уже. Доделывает. А я сегодня был у зубного, поэтому сам не поехал. Сдинамил. Хотел снять видео. Интересный контент был бы. Как разделывать ОКГТ. Ну, наверное, в следующий раз когда-нибудь. Извиняйте. Все, всем пока. Вот так вот денежку в Калуге пилят на электросетях.